Ну давай, давай похуяримся, давай. Топор покупать, что ли? По челленджу у меня сейчас снайпер через три муншарда. Да-да. Нихуя себе его хуярит. Смотри, без рук кручу. Я сейчас сначала момчик куплю тогда. А потом уже, собственно, будем ботинок, а потом муншарды. Вот. Блин, еще МКБ придется покупать, походу. Против меня мисов много будет. Муншард с побочками? Ну... Он и стоит в два раза дешевле так-то. Приготовьтесь к битве. 500 хп, ё-моё. Вижу цель. И мне, кстати, еще нельзя шрапнель качать на старте, насколько я помню по челленджу, а в остальном вроде запретов нет. Типа, можно хедшотики и все качать можно. Крупный, да, кстати, надо кнопку забилдить обратно на телепорт. Я со своими 43 уронами буду фармить просто как... Дебил нахуй. Конечно. Надо было глазачек купить. 30 секунд. Так, фурьончик не охотится за курьерами, нет? Вроде нет. Битва начинается. Ну, две руны есть. Ой, твою мать, Лина на миду. Ой-ой-ой-ой-ой. А я со своим 500 хп сейчас буду стоять, как бы... Мне хана. Если я хотя бы одного крипа добью из пачки, это уже будет достижение. Ну, уже достижение. По линии прицела. Да-да. Да. Нихуя себе, второго крипа добил. 36 урона. Не в бровь, а в глаз. Зараза. Блять, я на опережение шмаляю, думаю, надо знать будет. Даже хедшотом не добил. Не, ну ладно, я кусок от мамы куплю, в разы проще будет стоять. Атакую! Я пока просто стараюсь максимально зониться. Ну-ка, фу. Все, сейчас шмотка приедет, будет проще. Ага. Кыч! О, больше пороху. Все, нормально. 60 урона с руки есть. Теперь можно даже подонаить. В чем суть челленджа? Три муншарда надо купить на снайпера. У меня глаз, как у орла. Так я, наверное, куплю сейчас сначала мом, потом ботинок. Потом, возможно, муншард, а потом МКБ, а потом уже последующие муншарды. Потому что тут, ну, надо покупать МКБ-ху. Все-таки мясы будут люто душить. Там одна тучка, я умираю. От этого Рики Мартина. Точно по линии прицела. Не сегодня. Блин, лицо падать начинает. Мне момчик мой нужен. Силы света укрепили свои сооружения. Нагло. Куда идешь? Конечно. Морду нагло. Заказ принят. Вашу центральную башню атакуют. А ну-ка, ны! 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 За всю хуйню напихает. Пику в эсерике? Не, МКБ интересней. Я хочу с ним махаться в его же тучке.
нет, ну не надо так. Да. Только талантные хедшоты придется брать тогда, раз уж я хуярю через муншарды, но талантные хедшоты выглядят интереснее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты чё встал-то? Так, стоп. Не. Еще разок, последний. Не. Ой, это мне? Вижу цель. Куда ты идешь? Тебе это не надо. Тебе это не надо. Следую наводке. Эй, что за мясы? О, понятно. Мясы подкручивать начинают. Руна снизу. Она идет за руной? Я ее сломаю на край. А стоп, она передумала. А, у нее обсерв? Че, почему я обсерв не вижу? Двойной урон. Я че понял? В теории можно даже ПТ-шку не покупать. Ну типа, а зачем она мне? Типа он переборщил. Как скажете. Да. По линии прицела. Блин, далеко. Очень далеко. Конечно. Умрет? Да, умер. Заказ принят. На меня напали. Ну, типа норм, но могло быть лучше. Я, наверное, вместо того, чтобы покупать ПТ-шку, я куплю себе просто Dragon Lance. А можно шмотку лесную? Нельзя. Я еще раз попробую. Вашу центральную башню атакуют. О, она, ей опять на руну не повезло. Лина наверх пошла. Держись, Миша. Вашу верхнюю башню атакуют. Опача, так, стоп. Невидимость. Блин, можно на переход пойти попытаться ее как-то подрезать? Вашу верхнюю. Ну, я, наверное, тут останусь. Атакуют. Блин, что это за фурион? Чего он тебя хуярит? Это 4-0 уже, охуеть. Призывай, работяг. А когда шмотка будет? Шмоточку лесную можно? Я тут уже геноцид устроил. Игра. Отведай свинца. Ну что, попробуем? Понимаю. Неужели? Крупным калибром. Так, есть парочка вариантов. Сня. Ага. Ну, если брать в учет, что от меня, вероятнее всего, будут все убегать, надо брать вот это. Я буду давать замедло на 8%. Ну, чисто в теории это должно работать. Да хуя, откуда, как? Сюда. Ты чё творишь? Лови, маслино! Бам, блядь! На! Соло! Ебать, еще и ракетка пролетела! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Скорострел! А может вообще шапнели качать? Да. Не, зачем мне фейзы? Вот и деньги. Залет наружу, ускорение! Сейчас на хасте шейкеру ебучку сниму, снесу. Все, дон момента. Че? Воу. А моем, да? Моем. Нормально. А? Ну я могу кусок от муншарда покупать уже. Вашу центральную башню атакуют. Следую на вот. Только маля Хачкова заходить к ним на территорию. Как бы сейчас меня там не приняли. Охота началась. Не приняла, да. Новая траектория. Тик-тик. Че за кто? Ебать, засада! Нихуя засада! Будет больно. Не, ну я в дерьме. Пороховое пороховое.
Серьезно? Сука, гопники затаились на ХГ. Вот, собственно, почему я говорил, что мне МКБ надо будет. Вот, чтобы вот таких ситуаций не было. Потому что я просто попасть по нему не мог. Он еще и с диффузами, главное, был. Силы света укрепили свои сооружения. Вашу центральную башню атакуют. Молчание нарушено. Он сейчас умрет на Рике, он продолжает заклинание продлевать. Не помер. Не могу вашу верхнюю башню атакуют. На удачу. Телепорт да. Палевный. Шрапнель. Черт, страшно. Стреляй. Нужно подвышкой быть. Вашу башню атакуют. Получай свинцовый вашу заказ. Центральную башню атакуют. Там кто-то в кустах. Блять. Иди нахуй. Слышь, пес! Да что это за нахуй? Упс. Я первый шапнелю сейчас еще двоих убил. Вашу центральную башню атакуют. Стульчик прикупил. Что ты высоко сидишь? Я вебку опустил просто. В смысле, я высоко сижу. Наводчик укажет мне цель. О! Легкая мишень. Точно по линии прицела. Муншард почти готов. Челлендж 3 муншарда. Вашу верхнюю башню атакуют. Да. Ух ты, это что это мне? Не, ну все, у меня уже скорость ёбнутая. А это только 15-я минута получается, да? Да. Вашу нижнюю на автоатаке случайно подруинил. Так, погоди. Подловил хуйню. А эту можно тоже подловить? Вот это да-да. На. Сейчас съебало. Чё-то хэдшотики не работают. Следующий. Блин, не догоню. Она быстрее, чем кажется. Да. Так, подо мной сейчас Рики будет. Есть какие-то просветы или что-то в этом роде? Он сюда на телепорте прилетел. Вон он. Шестеренки повылетали. Лихой выстрел. Готовься. Цельсь. То еще зрелище. Кто-то пришел на перестрелку с ножом. Нормально, пёхаемся. Может сразу второй муншард купить? Или все-таки МКБ сначала? А то пока я вот на хедшоты надеюсь, хедшот что-то нихуя не вылетают. Не, давай я, наверное, МКБ все-таки сначала, а потом муншарды. Либо следующий, вот, да-да-да. Силы света укрепили свои сооружения. Охуенчик. Вашу верхнюю башню атакуют. Уже нахуй. Силы тьмы укрепились. Блин, меня там разобьют. Просто контролем. Следую наводке. Могу наверх прилететь, а нужен плюс. Блин, как это хуя там. Точно по линии прицела. Ваша верхняя башня разрушена. Блин, некор, 5 секунд. Бегу! Мы шепели увидели, сразу не врутали. Заказ принят! Ну что, попробуем? О, еще пули! Вашу центральную башню атакуют. Верхняя башня противника разрушена. Не видно. О, можно! Вашу центральную башню атакуют.
легкая мишень. Вы... Ну меня тупо захуярили всем селом. Угу. Не хватает МКБшечки. Сколько за меня денег дали? 500. Ну, кстати, не так много. У врага вижу ночью чуть больше твоей дальности атаки. Так можно один муншард сожрать. И я получу оранж. Ну, типа, обзор ночью больше. Но я потеряю скорость, пока нельзя это делать. Крупным калибром. Горстка пуль. О! Нет, еще. Блять, в это... Не смотрите. Хуй, я вам быстро лопнул. У меня почти МКБ готово. С МКБ я уже любого захуярю. Тут у меня только контроль задушит и все. Наводчик укажет мне цель. А, враг не успевает все видеть, начинает стрелять. Вау. А че он запаниковал? О, да. Можно подловить шейкера. Шрапнель! Блин, не дотягиваюсь. Центральная башня противника разрушена. Выкуси. Все, МКБ готово. Вот и деньги. Зачем мне рапиру покупать? Новая типа нахуя? История. Просто деньги в помойку выкидывать. Сдохни. Экс, сука, в инвизе. Что там делает? Нижняя башня противника разрушена. Да. Блин, как вариант, можно топор, ну, продать и носить себе просветы. Это же проблематично пытаться Рики каждый раз просвечать как-то. Пороховое возмездие. Либо надеяться на саппортов. Вижу цель. Че за очко? Почему он развернулся? Че-то как-то он на очки бегает, как будто здесь вард стоит. Был пацан! А дайте любого, я его захуярю сейчас. Утибози. А у Лины есть инвиз? У Лины есть агады. Не понял. Можно еще пику купить? Ну, как вариант, можно. Вообще скоро от муншарда, блин, а от момчика придется избавляться. На поражение. То он как рудимент просто валяется. Как скажете. Бегу! Далеко, 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 далеко. Меня че, Рики бьет? А он добил. Думаю, тучка в этот раз ему поможет? Ага, конечно. На Т2 на миду. Куда стоять? Силы света укрепили свои сооружения. Похую. Вашу верхнюю башню атакуют. Я не помню, какой максимум скорости снайпера. У меня и так уже 550, типа, с момом. Сколько там, 700 максимум? Я скоро уже упусть, судя по всему. О, да. Можно Рики забайтить. Типа... Нихуя себе! Типа Рики ждал. Но они, походу, всем селом сейчас придут. Джекпот. Блядь, где? Уа, не-не-не. Они на ХГ стояли, не знали. Угу. Прислоню ухо. Он успел глобал нажать? Не успел, нас поймали за ляху.
Так-то пока у нас такой лютый темп, нужно сейчас собраться, пойти дальше вышку ломать. Типа вот эту вышку доломать, одну сторону сломать. Потом будет сложнее гораздо. Вашу нижнюю башню атакуют. Нихуя ты, бубуй. А у него крытый есть? Погоди, а чё она летает? Почему она летает? Это аркана у нее какая-то, чё? У нее же вроде дефолтный скин нет, а почему она, типа, на возвышенности? Бля, покажите мне Лину, я хочу Лину посмотреть. Как бы Лина по дефолту летает, но сейчас она летала выше. Типа, как будто на уровне курьера была. Потому что аганим? А чё, аганим дает возможность летать? Беспрепятственное передвижение и урон... А, реально что ли? Ладно. Так, я хорошо, но смогу захуярить? Не позже, мне сейчас отряд надо. Ну подымись на ХГ, че ты? Точно по линии прицела. Бегу! А, реально летает. Вашу верхнюю башню атакуют. Не. Да ладно. Ладно, нормально. Пойдет. А давай заберем терзателя, а потом на развороте Рошена. У меня смока есть с центриком. Будет немножечко щипать. Блять. Не нужно так застревать. А, ёбка продолжается, Рошена не бьем, понял, принял. Здесь у нее трапы долгие. Заказ принят. Всё, Рошена потом будем бить, получается. Или вообще не будем. Я, может, даже соло бы забью сейчас. Я, типа, сильный довольно. Вот это вот отталкивание хедшотов, оно мне может сейчас заруинить файт, и я не хочу его качать. А на Рошан не действует отталкивание. Лихой выстрел. Вашу нижнюю башню атакуют. Рошан убит силами тьмы. Давай! А может это нахуй момчик уже? Ну как бы он реально свое отработал. Подойти, продать, купить еще один муншар. Вампирика только лишусь. Легкая мишень. А не это беспрепятственное передвижение, оно типа бесконечное, что ли, или че? Вашу центральную башню атакуют. Опа. У меня Его, похуй. Крупным калибром. Невидимость. Нашли на меня управу все-таки. Дробовиком меня глушит. Следую наводке. Ебать их много. Атакую. Все больше и больше. А глобал есть? Глобал есть, да, кстати. Действительно, он есть. Я, короче, один муншарт себя засуну. Куплю еще один. Ну, уже как бы, ну, слотов не хватает. Топорик на скорость атаки из жетона? Нет. Зачем? У меня лук дает скорость атаки и рейндж. Мне нужно позицию держать.
Эти 15 скорости, нет, несчастных, которых я получу с этого топорика, того не стоит. Ваша нижняя башня разрушена. Да ладно. Вообще у нас терзатели еще есть. Да. У нас сейчас самый сложный этап, мы не можем на ХГ нормально зайти. Я вот тут вышку поковырял чуть-чуть, но у меня скорость атаки ебейшая, а урона мало. Как бы нужно урону получать. Хоть какой-то. Вашу центральную башню продать атакует. Масочку. Купить что-то более интересное. Давай так. Ну да, 650 скорости по дефолту это очень много. Но теперь мне надо урон. БКБ-ху, возможно, какую-то надо купить. Блин, я не помню, какой максимум скорости, 700 или больше? Там у каждого персонажа по-разному. Конечно. Вижу цель. Но они начинают поодиночке сливаться, это мега плохо. Наводчик укажет мне цель. Челлендж я выполнил, осталось игру выиграть. Будет больно. Стой! Блять. Вижу цель. Так, она вроде не знает. Фуф. Пули. Вашу нижнюю башню атакуют. Сука! Ебать! Ну пиздец! Челу просто повезло ебануть меня с Дейдалуса. Не скажу, что... И еще один помер в итоге. На ВД не считается? В смысле? Я же сказал еще, когда на ВД играл, то что на ВД... Три мушарда, типа, а там челлендж был на снайпера. А на ВД был уже отдельный челлендж, который потом уже был задоначен во время игры на этом. На ебаный рот, как позвать на Вич-докторе. Сейчас так можно проебать, так я еще давно сказал, что так можно проебать. Как бы я сказал, что на ХГ у нас будет лютая проблема зайти. А у них как бы проблем в этом нет, они просто ебашат и все. Возможно, вот это последний урон, который я нанес вышке, как бы дальше мы не продвинемся. Вашу центральную башню атакуют. У нас чел на сале вообще откровенно не доигрывает. Потому что он мог нас спасать очень много раз, просто нажав одну кнопку. А каждый раз, когда я смотрю, он просто не жмет на глобал. Че это за хуйня? Нахуй он сейчас нажал? Мака развить, да, значит, фура рядом. Стоп. А какого хрена? Ага. Блин, как бы тут не только фура оказался, сейчас какой-нибудь рики пройдет мимо. Ой-ой-ой. Вашу нижнюю башню атакуют. Затаился, притаился. Далеко. Вот, кстати, проблема, о которой я говорил. То, что я отталкиваю, из-за этого не могу, ну, типа, стрелять. Я сейчас его оттолкнул, и мне просто ренджи не хватало, чтобы его добить. О. Новая траектория. Вашу верхнюю башню атакуют. Вижу хуйню. Уебой. Серьезно, вы играете против реки без просветов? Не благодарите, пацаны. Он сам себя похоронил, он под вышку зашел. Как-то с него досты уже слетели. Пожди. А у меня скорость... А, нет, становится вроде, да.
667. Они все резные сюжеты, блять. Когда носок будешь обойти, да, сейчас апгрейжу. Куплю себе травала. Я больше у меня шейкер снова скрита ебанет. Ну ладно, не ебанет будет. Но без шейкера можно и порашить. Well. Так, помогите. Как же они меня хотят? Силы света укрепили свои сооружения. У нас 30 секунд. Есть какие-то просветы? Центральная башня противника разрушена. Силы света укрепили свои сооружения. Там сверху тоже вышка каленая, ее надо будет добить. Центральные казармы противника разрушены. Блять. Центральные казармы противника разрушены. Шейкер резнулся. Следую наводке. Я люто боюсь шейкера. Просто охуеть, как он же меня... Он реально со мной крита меня чпокнет. Где? Куда пропал? Вот дерьмо. Цель обнаружена. Сейчас будет вспышка. Блин, страшно. Я не вижу шейкера. Да. Я никого не вижу. Ужас. Да. О, походу 670 это максимум. Блять, тупо иду на смерть. Так кто? Откуда? Ну пиздец, ну это было очевидно. Да байбека не хватает. Вообще никакого байбека нет, что ли? Блин, нужно, чтобы кто-то богатство вот это забрал. У меня байбек не хватает. Они могут сейчас пойти трон спушить. Они бы не пошли пушить, потому что я байбекнулся. Возможно, сейчас и Рошаном пойдут. Угу. Там никого не было. Ибо нехуй! Сейчас мы от базы их отпиздим, если они пойдут пушить, и закончим. Они там тоже два байбека потеряли. Мне главное от шейкера не откиснуть. Там дагер. Кто там забрал? Ага, Лина. Они что-то выжидают. Возможно, Фуриона ждут. Не понимаю. А нет, 676 скорость. Блин, а какой максимум? 700? Чат, напомни мне в лобби потом зайти затестировать, какой максимум скорости у снайпера. Типа, я не могу понять, я в ограничении еще не уперся до сих пор. Вот, 675. Новая траектория. Я думаю, что 700. Это сейчас нашего держателя убили? Нет, это не своего убили. 800? Нет, не думаю, что 800. Ограничение скорости у персонажей по-разному бывает. Она не у всех одинаковая.
Я раньше думал, что зависит от того, что милишник ренжевик. Не, нихуя. Оно от персонажа к персонажу меняется. С нейтралкой пятого тира? А что тебе нейтралка пятого тира-то дает? Ограничение этой нейтралки не даст тебе пробить. Ограничение, оно встроено в персонажа. Зря БКБ собираешь, почему? Меня убивают за контроль. БКБ даст возможность, типа, выживать. Не получать станы в ебучку. Типа, банальная фиссура меня застанет, и все, я умру. За дизуль уже закончил. О, начинается вот это вот. Разбор полетов. Был бы 6 рапир, я бы тоже давно закончил. Ну, я бы игру проебал просто. Они меня не ждали. Сатаник вместо БКБ не спасет. У меня задача не получить стан в ебало. А сатаник подразумевает, что я получаю стан в ебало. Собственно, зачем мне получать стан, когда можно не получать стан? Бомж? Да-да-да, рассказывай. Еще ты скажи, что ты меня ждал, если я сейчас из игры вышел. А Ега 2 минуты. У них 2 минуты, да, Егиса. Типа они сейчас, скорее всего, будут хуярить вышку. Ваша верхняя башня разрушена. Ну, либо проебут просто вы Аегу. Не, Лина ушла. А, ладно. Да, конечно. Да блин, даже если у них лич ливнет, мы все равно так-то, ну, чуть-чуть в жопе. Я не понял, кстати, что это у меня слетело. Поставьте паузу. Да. Ой. У нас тут вообще-то и на древних. Ага. О, фурьончик. Блин, сейчас забатишь на фурьона, сдохну нахуй. А может, он сам забатится, подожди. Давай, подымись на ХГ. Ты же любишь сюда заходить на фурьоне. Давай, 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 давай. Топ-шейкер рядом. Ага. Это иллюзия, да, это иллюзия. Это иллюзия, иллюзия, иллюзия. Только не ультуй у него, молю. Честно, стример не умеет побеждать. Да меня бы никто не ждал. Ой, я сейчас спалил. Там все, Аега кончилась. Башер нужен под такой бьет. Ну, кстати, да. Вот это реально имеет смысл. Они всякие эти ваши сатаники и так далее. Профит паузу ставит. Не, ну ладно, сейчас не буду отжимать. Я ж не совсем мудак. Только я очкую, я хочу в комнату раздумий сходить, а вдруг они сейчас паузу отожмут. Погоди, чё? На сале взял... А, у него 23... А, понял. Самое тупое. Если мы сейчас проебем... С ливнувшим личом. Это будет самое тупое, что может произойти в этой игре. Но мы можем проебать. Мы тупее, чем они. Так-то да. Блин, я бы его отхуярился. Побей пачку на них, давай, побей пачку, вот эту пачку, постукай, постукай. Да. А вдруг он там не один, а вдруг это был байт? Не-не-не-не-не, давай, отбой. О, да. Кто? Не, фурьончик все так же, походу, по соляночу бегает. Ой-ой-ой. Только от ХГ деремся. Да. Пусть сами заходят. Там если у кого-то байбек есть, пусть он подставляется. Что, у меня добавили еще 20 секунд. Только денег не хватает. И хули ты встал? Ну все, лич ливнул. Да не, рано еще. Сейчас у них лич ливнет. Можно будет смока разбить и потихо выискивать. Ага. Опа, наверху махач. Ой-ой-ой, нихуя урона. Бля, тут еще и Рики. У
Вашу верхнюю башню атакуют. Началась. Урона-то у меня мое почтение, блин, только нанести его не особо получается. Блин, 200 копеек добавил. Надо как дофармить. Пока не байбекайся. Я жду момент, когда они ошибутся. Они, скорее всего, лича в расход сейчас пустят. У них фура очень сильно подставляется из раза в раз. Его тоже можно подловить. О, да. Ваши центральные казармы атакуют. Снял. Манта. Так, ну все, у меня байбек есть. Получай свинцовый завтрак. Ну что, собственно, бля, мы тут застряли походу. Нам хотя бы тройку нашу захватить. Охота началась. Это что-то как-то... Еще... Не понял. Это что за нахуй сейчас был? Это что, тварь, значит? Да. Да ну ты пиздишь. Ты пиздишь, я не верю. Ага. Ну давай, фуриван, фуриван, фуриван. Где фуриван? Конечно. А? Я не вижу фуриона. Фуриван! Сука, жду вынюхиваю. Прошу, не вынюхиваю. Аганим или рефреш сразу? Кому? Тебе? Хуя, у тебя башер. Главное байбек оставлять. Я на таком дерьме, а? Я так терпеть не могу вот эти бесконечные дефы. Заказ принят. Я даже с фуриона захуярю, как... Ух, ю. Шейкер на тройке. Если фуриона захуярю, как бы он просто байбекнется. Ага, еги сурики в этот раз. Мне дико мешает наличие достов. Я бы давно купил себе еще какой-нибудь артефакт. Может даже рапиру какую-нибудь купил бы, ну, чтобы наверняка хуярить. Вот досты, сука, мешают. Типа попытаться рискнуть, купить рапиру, не носить досты. Как-то из-под тишка там наваливать свои миллион урона, свои миллион урона. Эта катка очень долго будет идти. Вижу цель. О, здорово, о, Тамара. Да. Хотя вдруг там гении какие-то. Возьмут обратку, включат, и я такой... О, пук, стреник умер. Лину я не убью. А сейчас, ебать, сколько у них хиксов. Это ж типа что, все на меня что ли? Странно, что у них фуру хекс не купил. Как бы фуре как раз таки вот именно и нужен хекс. Он может из-под тишка забежать и навалять. О, а вдруг фура пролетит? Не, ну а вдруг? Давай, по таймингу. За экспулей. Конечно. Только не упачать, блин! Бежать, 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 сука, на ножки, 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 ножки! Ёбаный рот, ебать, как страшно-то! У меня аж сердечко, сука, застучалось. Надо идти. Типа на байбеке разводить хотя бы, не знаю. Да. Не. Куда на ветер уже? Я что, не попадаю, что ли, по нему? Не, ну они посыпались. Надо хуярить. Ну что, попробуем? Чтобы меня убить. Ускорение! Охота началась! Жив, умен. Денек и незаметен. Получается жаркий. Сверху вышку. Да.
Мы трон не сможем, нужно сначала всех убить, чтобы трон сломать. Ага, Фурион пришел скипать. Силы света укрепили. Бля, там сейчас пачка подойдет. Ваши центральные казармы разрушены. Вашу Черт. Верхнюю башню атакуют. Убили? Так, ну минус один. Лодчик укажет мне цель. Я, короче, на риск решил пойти, я рапиру купил. Мне 700 копеек до байбека надо. Минуту нейтралки появятся. Давай заберем и подеремся после нейтралок сразу. Ну давай. А, ну там шейкер откис от нейтралов. Погоди, это они терзатели что ли били? Да, они терзатели походу били. Блять, так это же момент охуенный. Они без шейкера меня убить не смогут. Только помощь нужна. На всякий случай. Чтобы рядышком кто-то стоял, сейвил. Ебать, быстро. Да похуй на нее, на. Победили силы тьмы. Ни слова то, что стример хуесос и паузы отжимал, понятно? Он ливнул. Мы там ждали его минут 10. Понятненько? И вообще стример ни при чем. Лучший игрок. Шестьдесят на тысячу урона, 20 тысяч построением. Да дать.